Я так понимаю, что дело все-таки с мертвой точки сдвинулось после того, как Москва на ваше обращение отреагировала. После видеообращения во «Взгляд инфо» и выпуска его в информационной системе интернета, на следующий же день прокуратура возбудила уголовное дело. Также по данному факту нас приглашали на личный прием к начальнику следственного отдела Саратовской области Говорунову. Также аналогично вызывал следователь и опрашивал по факту совершения мошеннических действий. Также очень хотелось бы отметить, поблагодарить «Взгляд инфо» отдельно за то, что не стали от нас отмахиваться, среагировали на наши обращения, не побоялись этого сделать, несмотря на то, что информацию такую размещать не все хотят организации. И хотелось бы надеяться также, что данное дело не только сдвинулось с мертвой точки, но и дальше будет продолжать двигаться и не остановится, и доведется, в общем-то, нашими органами власти до логического конца. Вот понимаете, я даже не верила, что есть такая организация, это вы, и что вы возьметесь за это дело. Вы очень смелые люди. Не побоялись ничего защитить таких дачников, как мы. Огромное вам спасибо, и чтобы вы всегда вот так действовали. Спасибо. Большое спасибо.